Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки с целью проанализировать прошлую торговую сессию и оценить тот фундамент, с которым мы имеем дело сейчас. Интересный момент. Когда вбивал дату сейчас на перископе, получается, что сегодня у нас 16.02.2016 года, то есть зеркальная дата. Будем надеяться, что такие цифры несут какое-нибудь дополнительное сакральное значение и снабжены дополнительной энергетикой, которая поспособствует нам сегодня для проведения нескольких прибыльных сделок. Ну, в общем, такой позитив, на мой взгляд, нужно, конечно же, искать и видеть какие-нибудь дополнительные сигналы в том, на что мы обычно не обращаем внимания. Вернемся к сегодняшней торговой сессии. Если вы посмотрели содержание экономического календаря, то знаете, сегодня у нас все внимание будет приковано к фундаментальному фону, посвященному британцу, потому что в 12.30 по московскому времени, это основная статистика, выйдет отчет по индексу потребительских цен. Поговорим подробнее об этом релизе, когда переключимся на перспективы пары фунт-доллар. Сейчас я предлагаю не нарушать наш привычный сценарий, поскольку мы всегда начинали с оценки и анализа текущей ситуации по нефти. Давайте делаем это и сейчас. В общем, Brent, лосс вчерашнего дня 33.97. Сегодня мы видим то, что этот актив продолжает карабкаться вверх, и сейчас уже актуальная котировка 34.64. А в целом хорошо, что мы покинули расположение этого актива, потому что допускали возможности возобновления спекуляции на тему вероятной встречи ОПЕК с прочими производителями энергоресурсов для того, чтобы выработать какую-то солидарную позицию, направленную на слом вот этого коррекционного негативного тренда по нефти. Сейчас я думаю, что рынок преимущественным образом отыгрывает этот фундамент и надеется, что после пятничной статистики по количеству буровых в США, вы знаете то, что количество снова снизилось практически на 30 за одну неделю, и сейчас мы находимся на минимальных уровнях с 2010 года. Ну да, тех, скажем, платформ, которые занимались разведыванием и занимаются сланцевой нефти, их стало гораздо меньше, чем год-полтора назад, практически в 3 раза меньше, или даже практически в 4. На фоне того, что снижается количество буровых, ОПЕК сообщил о том, что они готовы рассмотреть возможность снижения объемов производства. Но лично мне от таких комментариев, которые я вижу в средствах массовой информации, становится смешно, потому что в целом мы знаем, что ОПЕК не пойдет на снижение объемов производства. Это не дадут сделать Саудовская Аравия и Иран, которые напротив, пытается сейчас воспользоваться ситуацией и снятием финансово-экономических санкций и увеличить объемы выработки. Ну а Саудовская Аравия, там и понятно, что для них ключевой посыл сохранение собственной доли, и поэтому они даже сейчас стараются опережающими темпами увеличивать объемы производства. Но даже если мы и увидим каким-то чудом снижение объемов производства в рамках ОПЕК, давайте просто представим, к чему это может привести. Если снижаются объемы производства, значит, вроде бы как стабилизируются показатели спроса и предложения. И снижение объема производства должно стать позитивным фактором для нефти. То есть Brent и WTI у нас поползут вверх. Brent растет. К примеру, преодолевает сопротивление 40, умудряется забраться еще выше и претендует на движение в район следующей планки полтинника. $50 за, соответственно, баррель. Что происходит на этом этапе? В этот момент снова начинают раскупориваться те терминалы и, соответственно, те платформы, которые вынуждены были в США покинуть рынок из-за того, что производство было уже нерентабельным. Запускаются снова десяток за десятком этих платформ, объемы производства начинают постепенно расти. В конечном счете мы понимаем то, что мировая экономика не поспевает за таким ростом, опять же, запущенных терминалов. Она растет не такими динамичными темпами, и мы снова выходим с вами на ту самую причину, которая стала фактором, основным фактором, ключевым фактором разгрузки Brent вот на протяжении конца 14-го, 15-го, и вот, в принципе, можно говорить и сейчас, потому что тренд еще не меняется. Если такой фундамент снова станет реальностью, значит, нефть в очередной раз поползет вниз. Но это так, наперед. Если все-таки действительно случится чудо, и Саудовская Аравия сможет договориться с кем-то, либо
мы увидим снижение объема производства либо со стороны Саудовской Аравии, либо других ключевых производителей. Ну, может быть, Иран и Ирак еще. Но я думаю, что это вряд ли. Поэтому резюмируем. Если у нас сейчас все-таки есть только спекулятивный настроенческий фон, за него, конечно же, не зацепишься. Особенно нельзя зацепиться тем, кто делает ставку на долгосрок. Как раз именно к такому подходу мы традиционно и приспосабливаемся. У нас все идеи долгосрочные, но преимущественным образом. В отношении энергоресурсов уж точно. И давайте тогда наблюдать сейчас за нефтью. Если рынок нашел основание в этом спекулятивном фоне, чтобы набрать какую-то высоту по активам, соответственно, черного золота, тогда пусть он это и делает. Но мы знаем то, что этот рост будет, скорее всего, временным. Опять же, 35, максимум 36, потом настроение изменится, и Brent снова ползет вниз. Тем более у нас есть еще уже и дополнительный фундамент по факту вчерашней торговой сессии, а именно статистика по экспорту и импорту Китая. То есть в целом у нас сигнал о том, что охлаждение китайской экономики продолжается, это скажется на темпах экономического роста всей мировой экономики. Поэтому предлагаю, если уж и торговать хочется совсем рискнуть, давайте снова разместим отложку с уровня 32. Если Brent будет смещаться вниз, тогда подцепим этот актив и попробуем снова спуститься пониже. Надеюсь, что в этот раз за поддержкой 30 дело не станет, и за 30-кой мы увидим еще более нисходящее движение. В качестве дополнительного новостного фона хочу отметить еще и заявление Ирана, вчерашнее, между прочим, что они планируют в ближайшие несколько недель добавить еще несколько сотен тысяч баррелей, поскольку есть или вырисовываются дополнительные контракты с Восточной Европой на поставку. Удивительно, каким образом они смогли договориться и правда ли это вообще или нет, учитывая то, что Саудовская Аравия, как вы знаете, за последние месяца два трижды снижала тарифы для того, чтобы сделать условия, при которых, возможно, будет покупать нефть только у Саудовской Аравии. Дешевле уже некуда. Но, судя по всему, Иран смог найти какую-то золотую середину и протащить свои дополнительные объемы, которые они вот стали вырабатывать после снятия санкций. Далее идем. Российская валюта против доллара 76,68. Укрепление нефти уже практически 10%, хотя такая динамика для Brent и WTI характерна в последнее время довольно-таки часто. Действительно, актив снижается на 10%, растет на 10%, и качели продолжаются. В общем, никак мы не можем покинуть коридор 30-35. Думаю, что в ближайшее время все-таки случится этот самый выход, но будем надеяться, что по нашему сценарию ниже 30. Рубль полностью списывает, копирует поведение нефти, поэтому здесь какого-то дополнительного фундамента нет. Мы знаем то, что сейчас даже перспективы всей российской экономики, состояние бюджета и те меры, которые принимаются по секвестру расходов, государственных расходов, они полностью сопряжены с состоянием международных резервов российских, а это уже вотчина, опять же, актуальных цен на нефть. В общем, если ситуация не изменится, обстановка в России будет только усугубляться, о рисках и проблемах мы знаем, рецессия, рост цен, снижение зарплат. И в конечном счете это будет уже и национальным фундаментом, и фактором давление на рубль. В такой обстановке верить в укрепление российской валюты, наверное, даже не нужно самым истинным патриотам, потому что этих оснований для роста рубля нету. И учитывая наш мрачный прогноз по нефти, 80 это будет только начало. Кстати, 80 как раз наш прежний, старый, новый ориентир, на который мы сейчас поглядываем. Далее идем. Евро против доллара. Вчера очень динамичная торговая сессия. В целом хорошо, что она была направлена исключительно на снижение. Евро уступило лидерские позиции доллару, и доллар этим сразу же воспользовался. Я, в частности, в ходе вчерашнего брифинга еще с утра, допуская риски того, что главный актив рынка Форекс может еще рвануть вверх, предложил вам не дожидаться профильного ориентира, который был по нашей сделке на уровне 1.1150, и закрыть ордер прям на отметке около 1.12, по-моему, в 9.00 евро-доллар торговался там. Хорошо, если вы воспользовались этим советом. Еще лучше, если не воспользовались и додержали ордер до тейк-профита, потому что лоу вчерашнего дня 1.11.27. В общем, профита еще будет много впереди. Давайте просто следить за новостным фоном и искать дополнительные возможности. Теперь по причинам. Почему евро снижается? Думаю, вопросов, наверное,
не должно быть сейчас, потому что как раз снижение евро можно очень легко объяснить, а вот рост, наверное, цепляемся только за ее статус финансирования. Факторы разгрузки. Это очевидное улучшение рыночных настроений на мировом фондовом рынке. И первые сигналы того, что настроения улучшаются, они появились еще в пятницу, когда Евростокс 50, ключевой европейский индекс, восстановился больше, чем на 2,5%. Правда, за неделю потери были около 5%. Но и вчера мы видели то, что сессия снова закрыта в плюсе, около 2%. Поэтому все недельное снижение практически уже отыграно. Напоминаю, что ключевым триггером для улучшения рыночных настроений выступило сообщение Deutsche Bank о том, что они готовы выкупить собственного долга с рынка на 5 миллиардов евро. Это поддержало скептиков и пессимистов, которые полагали или уже даже собственными заблуждениями стали сеять панику о том, что европейский банковский сектор не переживет новую волну экономического кризиса и уж точно не справится с отрицательными процентными ставками, которые вынуждены будут принять в качестве мер стимулирования многие регуляторы. Хотя мы знаем то, что к этой мере уже прибегли практически все. В общем, как только Deutsche Bank выступил с заявлением о возможности выкупа собственного долга, это тут же развернуло рынок, улучшило настроение, и мы видели, как это сказалось на основе притоки инвестиций и капиталов в рисковые инструменты, ну и выхода, по крайней мере, из защитных активов, из франка, из иены, из драгметаллов и из облигационного рынка тоже. Другой фактор, помимо улучшения рыночных настроений, который сказался на разгрузке евро, это национальный фундамент, слабый макроэкономический фон, прошлые отчеты, на них давайте не будем останавливаться, вы и без меня прекрасно знаете, что последние данные, они сигнализировали о том, что евро вообще нужно в моменте распродавать. И третий фактор, также не менее важный, это все-таки рост доходности американских трежерис по мере выхода на капиталы, что поддержало доллар и, разумеется, потеснило позиции главного валютного риска. Из важных событий вчерашней торговой сессии можно отметить было конференцию председателя Европейского центрального банка Марио Драги, который не отказал себе в удовольствии добавить несколько дополнительных комментариев и намекнул на возможность того, что ЕЦБ будет действовать уже по итогам мартовского заседания. Как раз на март мы с вами ориентируемся. Сейчас мы получили еще одно подтверждение. Ждем то, что ЕЦБ все-таки действительно не будет тянуть резину, ориентируясь опять же на слабую статистику и понимает то, что поддерживать все-таки экономику нужно. И никто, кроме как Европейский центральный банк, этого не сделает. Это такой долгосрочный фактор, который должен создавать условия для разгрузки позиций евро против буквально всех конкурентов. Важных отчетов сегодня не так уж и много. Если обратить внимание, то это на статистику института ZU. В частности, она будет опубликована в 13:00 по московскому времени. Это бизнес-ожидания, оценка текущих экономических условий и оптимизм. Если, опять же, ориентироваться на содержание экономического календаря, там статистика по ожиданиям будет хуже прошлых отчетов. Прогнозы слабенькие, я думаю, что это полностью сопряжено с действительностью. В общем, хорошую статистику по евро я сейчас не вижу. Логично сейчас говорить о том, что евро все пошло на разворот, и в ближайшее время, буквально, может быть, к концу этого дня, точнее, к концу этой недели, учитывая такую повышенную динамику коррекционную, мы увидим наш долгожданный уровень 1.10, откуда планируем вступить в долгосрочную уже игру. Но все-таки я хочу вам сказать, что очень заманчивым сейчас даже для евро выглядит сопротивление на уровне 1.15. И вы должны понимать, что стоит только рынку снова занегативить, снова стоит только на рынку появиться паники, как евро развернется и быстро перекроет то снижение, которое мы наблюдаем вот 3 торговые сессии. В частности, с локального хая, который был зафиксирован выше уровня 1.13 евро, уже потеряло примерно 200-220 пунктов. Да, это много. Но это по-прежнему еще ничего не значит, потому что в случае смены рыночного позиционирования евро действительно будет ориентироваться на уровень 1.15. Но все-таки снижение евро выглядит сейчас очень заманчивым, особенно после вчерашних комментариев председателя ЕЦБ Марио Драги. Поэтому я все-таки предлагаю вам и сегодня рискнуть поставить на ослабление главного валютного риска, а что касается стоп-лосса, то можно его обозначить на коротком уровне отметки 1.12. Сейчас актуальные котировки 1.11.50.
Далее идем. Фунт против доллара. Фунт снижается, в целом реагирует на рыночное настроение, на силу доллара. С чем она связана, еще раз повторяюсь, это рост доходности американских трежерис. Может быть, резонируют еще и рыночные продажи, которые мы анализировали в понедельник. Ну, в целом, поддержки сейчас для доллара хватает. Кроме того, трейдеры, которые сейчас ориентируются на торговлю исключительно британцам, стараются не предпринимать каких-то ложных усилий и не занимать очень рискованные длинные позиции, поскольку мы знаем, что сейчас очень актуален риск Брекзита, это возможного референдума по выходу Англии из состава Европейского Союза. И еще у нас на повестке, опять же, текущей торговой сессии очень важная статистика, индекс потребительских цен. Не поленитесь, посмотрите календарь и обратите внимание, на какой уровень делают ставку экономисты. То есть, по версии большинства экспертов, индекс потребительских цен в месячном эквиваленте просел по итогам прошлого периода до минус 0,7%. Это уже явная дефляционная пропасть, которая постепенно может утащить за собой и годовой показатель и продолжить негативным образом влиять на потребительскую активность. Мы об этом говорили также очень много, но сейчас мы видим, как весь прежний мрачный фон начинает подтверждаться цифрами. Поэтому сейчас рисков куда больше, даже мрачных вот этих пессимистичных ожиданий уже достаточно, чтобы в идеале сделать ставку на ослабление фунта, но все-таки фон очень серьезный, непредсказуемость также сейчас может сделать свое дело, и вместо ожидаемого ослабления мы увидим снова возвращение британца выше уровня 1.45. Поэтому давайте мы сегодня посмотрим за статистикой, завтра подведем итоги того, как отработает фунт эти данные, и уже подумаем, какой инвестиционной идеи можно придерживаться. Актуальная котировка по британцу 1.44.28. Доллар, японская иена. Мы видим ослабление иены, мы видим укрепление доллара, которое продолжается уже 3 торговые сессии. Минимальные значения, вы помните, практически уровень 110, но около 111, 110.97, наверное, если быть уж совсем точными. Сейчас актуальные котировки 114.75, уже вплотную мы подобрались к отметке 115, откуда планируем войти в трейдинг и ориентироваться на совсем уж долгосрочные ориентиры в районе 125. Против японца сейчас выступает решение Народного банка Китая повысить обменный курс юаня, в частности, на 1%. И, на мой взгляд, это еще одно подтверждение того, что Народный банк Китая всяческими мерами сейчас пытается скинуть вот себя клеймо вот этих ненужных, мне кажется, не совсем правильных обвинений в том, что именно китайский регулятор развязывает валютные войны. Это не так. И я считаю то, что если бы Народный банк Китая в понедельник не пошел на такой осознанный шаг, то мы наблюдали бы совершенно другое поведение активов на финансовых площадках. Потому что утром вышли слабые данные по Китаю, по экспорту и импорту. И традиционно такая статистика провоцирует мгновенный уход трейдеров в защиту франка, соответственно, в иену, в американские облигации, в золото. И если бы этот фон не был не таким решением Народного банка Китая, тогда мы бы увидели этот тренд. Но Народный банк Китая действовал на опережение и в целом сохранил тот позитивный настрой на мировых фондовых рынках, который был заложен, опять же, еще в основу и фундамент рыночных настроений по итогам заключительной торговой сессии прошлой недели. Сейчас мы продолжим следить, опять же, прежде всего за доходностью американских бумаг, потому что понимаем, что сейчас доллар отталкивается именно от этого фона. Сегодня утром Синдзо Абе, премьер-министр Японии, сообщил о том, что они готовы предпринимать разные меры, чтобы снизить волатильность на торгах. И я думаю, что это полностью, опять же, сопряжено с тем безудержным укреплением иены, которое мы наблюдали на прошлой неделе. И понятно, что кто-то, наверное, из капиталистов действительно дозвонился до руководства Банка Японии и явно намекнул, что нужно ослабить курс национальной валюты, чтобы поддержать национальных производителей. Конечно же, между строк мы читаем призыв к возможности проведения валютных интервенций. Поэтому, если под каким-то предлогом снова USD-иена умудрится двинуть снова вниз, пойти в район 110, будем готовиться к валютным интервенциям, которые просто не дадут этой паре преодолеть столь важный рубеж, как 110.
110, а может быть даже 111. USDSVC у нас растет. Мы делали ставку на то, что Национальный банк Швейцарии хотя бы через словесные интервенции убедит трейдеров не делать ставку на рост франка, потому что если эти интервенции будут проведены, то, соответственно, франк очень стремительно ослабнет. Мы видим то, что доллар сейчас отбирает пункты и у франка, в частности, актуальная котировка 0.9880 с минимальных значений прошлой недели. Доллар уже отбил также больше двух фигур. Наверное, больше всего рост сейчас доллара заметен в паре USD-иены, потому что там рост с минимальных значений около 400 пунктов уже. Хотелось бы думать, что мы возвращаемся к старым добрым инвестиционным идеям, трендам, которые снова должны позволить нам неплохо заработать и перекрыть прошлые минусы. Но риски того, что локальный еще рынок может развернуться, они присутствуют. В общем, внимательно следим за новостным фоном, анализируем текущую ситуацию и весь новостной фон, точнее весь фундамент, который появляется на рынке. А вот USD, австралиец против доллара, актуальная котировка 0.7160. Здесь интересно, сегодня утром вышли протоколы, и в целом мы по факту, опять же, публикации протоколов сейчас на дневках видим рост австралийца. И вы знаете, в чем заключается интерес? То, что австралиец растет после того, как Резервный банк Австралии подчеркнул присутствующие риски со стороны Китая. Риски, которые будут приводить к более слабым макроэкономическим показателям и, соответственно, снижению темпов экономического роста. Резервный банк Австралии сегодня утром намекнул, что по причине низких инфляционных ожиданий и слабой инфляции есть вероятность снижения процентной ставки. И движение австралийца сейчас полностью нелогично. Поэтому я все-таки считаю, то, что рынок еще одумается, поймет, что мы сегодня услышали, и притопит позиции этого актива против доллара. И вот как раз здесь я хочу предложить вам воспользоваться таким временным, нелогичным поведением и попробовать прокатиться на австралийца сверху вниз. То есть продать актив с текущих котировок, а стоп-лосс поставить на уровне 0.72. Тоже короткое значение. По новозеландцу увидим то, что актив слабеет, актуальные котировки 0.66. Здесь, на мой взгляд, все-таки Китай дисконтировался в стоимости этого актива, и правильно. Но, может быть, еще более важное значение сыграло на новозеландскую валюту. Это очередной провальный аукцион на молочную продукцию. То есть цены снова снизились, а это главное экспортное сырье. Поэтому новозеландец сегодня слабеет. Для нас является ближайшим ориентиром уровень 0.65. Только после того, как доберемся до этой планки, будем торговать и этим дуэтом валютных активов также. Из важных событий сегодняшнего дня, еще раз повторяю, в 12.30 по московскому времени инфляция по Англии. Ждем слабые цифры. В 13.00 ZU, целый спектр отчетов, индекс экономических ожиданий, условий и оптимизм. Ждем слабую статистику. Ну и ближе уже к завтрашней торговой сессии в 00.30 минут данные по API по запасам нефти. Полагаю, что этот фундамент сможет все-таки дать возможность медведям снова развернуть бренд и потащить его к нашему уровню 32, откуда мы будем готовы продавать, соответственно, нефть. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно оставлять на наших прежних основных каналах коммуникации. Это форум Амаркетс и канал на YouTube. Буду рад на все из них ответить. Спасибо за внимание. Удачной торговой сессии. И следим, конечно же, за данными по инфляции. Увидимся в ходе завтрашнего брифинга. Всего доброго. До свидания.